3-4. Всегда здоровы! Всегда здоровы! Всегда здоровы! Вот так задорные и активные химкинские пенсионеры начинают свое утро. Под присмотром инструктора по скандинавской ходьбе Николая Маркова на свежем воздухе химчане проводят 20-минутную разминку перед тем, как отправиться на полезную для здоровья прогулку. Очередную встречу спортивные химчане посвятили Дню физкультурника. Главное – это, конечно, сердце, в первую очередь. Это 100% сердце. Вот, и будет у вас это все работать, будет все нормально. Ну, остальное там, конечно, мышцы ног, спины. Все будет нормально. Но главное, конечно, коллектив, главное, хорошее настроение. Все улыбаются, разговаривают и всем, как говорится, находят себя здесь. Свои занятия Николай Марков проводит уже 9 лет. За это время вокруг активиста сложился дружный коллектив. Например, Александра Расторгуева пришла в клуб, как только вышла на пенсию. Я когда ушла с работы в 64 года, я стала искать, где себя применить. И вот с тех пор 8 лет, да, изо дня в день, то есть через день, с удовольствием, пропускать совершенно не хочется, потому что и бодрость, и сила, и общение, и природа, и воздух, ну все тут, все в одном. После окончания разминки участники клуба отправляются на 40-минутную прогулку по местности парка Дубки. Скандинавская ходьба повышает выносливость и тренирует сердечно-сосудистую систему. Участникам клуба не страшны ни холода, ни дожди. Радость, жизнь продолжается. Общение – это много значит. Ну и движение – это жизнь, как говорится. Так что все отлично. Вступить в группу Николая Маркова может каждый. Занятия проходят 3 раза в неделю в 9:30 утра. Сбор у входа в парк Дубки со стороны Юбилейного проспекта. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.